Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Dark Souls. На пути у нас Белл Гаргойль, один из самых сложных боссов игры на начальном этапе. И что самое печальное, то что мы не докачаны до него, поэтому убить первую Гаргойля до прихода второй у нас, я так понимаю, физически не получится. Это будет очень сложно. Давайте начинать! Наша сила в блоке. Хорошо. Так, это плохо. Вторая уже пришла, кстати говоря. Одна минус. С одной может быть как попроще, так и посложнее. Смотря как пойдет. Уберите мне свой шлем Гаргули. Ну давай, ну. Давай, девочка. Бьют далеко. Опасная хрень. Еще отталкивает. Отнюдь, извини. Плохо, плохо. Ой, плохо. Теперь подлечиться. Бежим, побежали. Нравится? Мне есть чем тебе ответить, девочка. Я тебя отомщу сейчас за первый раз. Жестоко отомщу. Сейчас самое главное не торопиться. Пока что все идет хорошо, согласитесь. Неплохо, бежим. Бей. Моя очередь. Так, второй не прошел. И мне бы еще щит получше, защищающий от вот этой вот ерунды. С огнем у меня достаточно серьезные проблемы. Моя очередь. Нет. Давай, скотина. Что ж вы такие дохлые-то, а? Бронзовая алебарда, ладно. Ну, двойная человечность. Со второго раза. И уже без помощи всяких там бурундуков, типа этого соляра. Мне просто нужно было как-то реабилитироваться после того, как меня в предыдущей серии серьезно так разобрали. Так, ну и что, в целом, достаточно неплохо прошло, да? Вторая попытка. Так. Вроде у меня их больше было. Короче говоря, между сериями я пошел маленько на рыцарек покачался. Ну, то есть два круга сделал, убил 6 рыцарей, в общем. И из них выпало достаточно неплохо, неплохое количество титанитовых осколков. В результате я прокачал полуторный меч до плюс 3. И кроме того, с одного из них выпал балдерский шлем и балдерские поножи. Это, конечно, мусор тот еще, но нам на данном этапе поможет. Так, ну и давайте ударим уже в этот колокол. В принципе, это, конечно, не столько боли, как при первом прохождении мне донесло. Но, тем не менее, было больно. Получилось! Хорошо. А сейчас я даже не знаю, куда идти. В лес, может? Чтобы в лес пройти, нужно того демона убить. Ну, не обязательно, конечно, но желательно. Не знаю, посмотрим. Сейчас разберемся. Самое главное сейчас зажечь этот долбанный колокол, из-за которого у нас все пошло. Сейчас мы пойдем в глубины, похоже. Совершенно не помню. Отвык я уже от этой игры капитально. Ну, красивый бой получился. Мне понравилось. Да, он там, Zen's Fortress, наверху, кошмар просто, насколько вы помните. Здоровенный голем такой, охранник. Ну, в итоге он у нас свалился, это было очень смешно. В этот раз, я думаю, нам так не повезет. Так, и в итоге мы пришли сюда. Здесь у нас будет искупатель грехов, искупитель, вернее, искупатель, это купать. Он стоит в довольно странной позе. Гринфилд!
I am Oswald of Kharim, the Pawn. Thou art a friend. For thee, a warm welcome. Comest thou to confess? Or to accuse? For indeed, all sin is my domain. Так, попросить отпущения, это мне не нужно, потому что я и погрешить-то не успел. Что у тебя за жесты есть? Отлично. Что купить мы у тебя можем? Камень очищения, это как раз-таки против проклятия, которое будет в канализации. Но нам пока не нужно. Сообщает о вторжении, косточка возвращения. Это все не сильно нужно. Чудо, талисман Велки. Проводник для сотворения божественных чудес. Этот талисман сделан из пучка черных волос Велки, богини греха. Он позволяет творить чудеса за счет интеллекта, а не веры. Понятно, нам он не нужен. Это опять... Ой, ты замолчи. Короче говоря, сейчас мы отправимся в нижние части этого замка. Там у нас будет капродемон. И вот, я думаю, мы убьем. Ну, не с первого раза, не уверен. Но достаточно быстро, потому что тактику против него я знаю. Вот против Гаргули у меня вообще никакой тактики не было. Тупо бей и уворачивайся. И то получилось. Достаточно просто. Я бы даже сказал элементарно. Но... все приходит с опытом. Давайте разберемся с рыцарем, который тут... Раз уж мы сейчас все равно идем вкачивать уровень, нам лишние 200 очков не помешают. Так. Хорошо. Иди сюда, родной. Ко мне, пожалуйста. Я не хочу с тобой в коридоре драться, это смерти подобно. Ну, давай. И, в принципе, там нам дальше делать нечего. Ой, да ладно. Ладно, бэкстеп не вышел, пардон. Нужно чуть-чуть подкачаться, выносливость подкачать. Да ты запаришь уже. Хотел бэкстеп ему сделать. Так, что, титанит, да, титанит? О, спасибо тебе большое. Вот с них тут на начальном этапе очень легко выбивать. Можно за один заход 2-3 штуки собрать. А оружие, напомню, прокачивается поначалу вообще один требует, а потом по 2. Так что мотайте на ус. Так, ребятушки, давай ты. Иди сюда. Ну. Хорошо. Подгоняем его сюда, чтобы второй не заметил. Там второй, если увидит, тоже подойдет сюда. Нет. Теперь показываемся второму. Киса, иди сюда. Вон он, пошел. У-у-у, говорит. Бесплатное мясо. Давай. Нет. Достаточно элементарно они на открытом пространстве убиваются, а в коридорах с ними сложнее. Так, ну и ты. Нють. Массаж тебе заднего прохода, уродец. Так, сейчас мы пойдем маленькое оружие прокачаем. А потом двинемся либо в лес... Ну, в лес я не думаю, то есть в лес можно, конечно, пробежать мимо того демона внизу, но драться с ним, это на нынешнем уровне пока что не особо получится. Короче говоря, хочу еще хотя бы на один поднять свой меч. Пока что никакие приспособления не покупаю, типа бездонные это, и куда можно вещи складывать. Или чинилки. Пока что достаточно мало очков дают, поэтому ну его нафиг. Так, ладно, пока сейчас успеем. Сначала оружие качаем. Я думаю, ближайшую половину игры я прохожу с этим оружием, потому что оно, в принципе, не свойственно мне. В основном я бегал с быстрым. А теперь хочется чего-то более медленного. Так, полуторный меч. Нужно 2 осколка титанита. Купить предмет. Берем сразу 3. Окей. Оружие. Полуторный меч. Хорошо. Блин, еще один нужен. Ну давай.
Больше пока ничего не усиляем, нам будет достаточно. Так, ну и все, до упора он прокачан. Теперь дальше уже, когда мы сможем угли всякие найдем, тогда уже будем качать. Так, а сколько у нас в итоге урон? Ой. Урон у нас теперь 157. Уже неплохо. Надо будет палаши какой-нибудь взять, его потом душой прокачать. Так, сколько мы 3 уровня сможем поднять, по-моему? Силу, здоровье, ловкость. Нет, выносливость. Вот так будет хорошо, отлично. Теперь нам нужно либо вниз туда, в Zen Fortress пока не идем, это нужно оба факела, ой, колокола. Пойдемте наверх, и оттуда сейчас мимо дракона пропутешествуем к низинам. Ключ у нас есть. Я, правда, не знаю, как мы это сделаем, как мы пройдем мимо дракона, честно говоря. Хотя можно вот отсюда пройти, да? То есть мы сейчас пойдем к храму огня. И оттуда уже... Давай. О, теперь с одного удара убиваю. Раньше с двух убивал. Свидание. Так, ну и давайте спустимся. Можно, конечно, еще вот тут вот я качаюсь. Вот этих троих убиваешь. И одного там наверху на лесенке. В принципе, на начальном этапе неплохое такое место для кача, потому что они, как видели, элементарно убиваются на открытом пространстве закручиванием. Так, заодно сейчас надо бы взять секретик. Но я не помню, где он, поэтому не факт. Ох, где-то здесь. Вон туда бы еще попасть. Здесь нужно прыгать. А прыгать у меня надо с таких расстояний. О, не падай. Хорошо. Ну, это вот именно куда я сейчас залез. Это место, чтобы подняться на самый верх и вернуться обратно в святилище нежити. Сейчас нам туда не нужно. Сейчас нам нужно вот сюда. Отсюда спуститься. Нет, отсюда, вот сюда. Ну все, налажал. Так, ну я уже, похоже, не поднимусь туда, да? Печально? Печальный случай. Отсюда, может? Да, блин, ты не упади только. Да, это я не учел. Кто храпит? А, это ты. Ну ладно, короче, в следующий раз возьмем эту штуку. Как видите, я маленько зафейлился. Но мы тут далеко не последний раз проходим, так что будет еще время на это. Можно просто прыгнуть, но я, пожалуй, сэкономлю жизни. И спрыгну вот тут вот. Тут скелеты. С скелетами пока что справляться у нас не получится. Ну, давайте попробуем. Убьют, так убьют все равно. 1300, не так много. Вообще нам не сюда сейчас. Окс. Иди ко мне. Я вся чешуся. Да. Я забыл, что они будут вставать. Или они не будут вставать? Нет, эти не встают. Встают там дальше, в катакомбах. Там придется брать какое-то благословленное оружие. Иначе они так и будут нас беспокоить. Можно, в принципе, сейчас туда пойти. Но зачем? Сейчас нам по уровню в другое место. Ай, да как же ты не задел ты его? Ой, 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 ой. Опасно, быстрые. Это самое главное, что у них опасно.
Да, ну короче, ну, нам тут пока делать особо нечего. Зато большую душу вон взяли. Короче, пойдемте отсюда. Тут скучно. Так, хорошо. В принципе, можно обратно к лифту сходить и по новому попробовать. Ну да ладно. Успеется. Там все же ничего особо хорошего не лежит. Или лежит, я не помню. По-моему, не лежит. У нас пусто. Никаких изменений. Вообще, изменения по сравнению с предыдущей версией. Там еще душа лежит. Блин, ладно, пофигу, хрен с ним. Короче, изменения минимальные, так что особо заморачиваться не стоит. А там дальше где-то, то есть уже около Гидры. Сначала в Академию надо будет сходить. И там уже какая-то разница почувствуется. А пока что все довольно-таки стандартно. Блин, у меня охота с той химерой подраться. Монстр, по-моему, офигенный, просто очень грациозный такой. Давай, иди сюда. Нет. Прыгай. Давай, потерялся, что ли? Так, хорошо. Ты пойдешь ко мне? Давай. Come on! Слабак. Ты посмотри, задел. Да. Совсем разучился я играть. А в принципе, горгули этого не заметили вроде. Давай. А вон бежит уже. Иди сюда, родная. Оп, до свидания. Увы. Да блин. Хотелось его столкнуть. Так, ключ. Что за ключ? Ключ от Тимицы. Да, это, по-моему, он и есть. Нижний город нежити. Или подожди. Или где он открывается, я не помню. Или там, где мы дрались с этим демоном-тельцом. Совершенно не помню, честно говоря. Сейчас разберемся. Насколько же можно все забыть? Самое главное, напишите мне попозже в комментариях, где вторая голова вот эта змеиная появляется. Потому что я хочу с ней поговорить таким образом. С другой концовкой решите. Да, вылазь. Ты смотри, какой. С вами-то все просто. Сейчас надо будет болтов купить у того старикашки для своего арбалета. Все-таки где-нибудь нам, я это думаю, пригодится. Вот я уже и достаточно прокачан. Уже можно их особо не бояться. А всего третья серия. Все-таки быстро качать, когда знаешь, что делать. Я думал, успеет. Так, 2600. Хватит еще на один уровень. Отлично. Или 2800 там нужно. 2800. Ну давайте-то, я не знаю, вот это уберем, скажем, отсюда, и вот это сюда поставим. Вот эту душу сюда поставим. Вот это. Ну, в принципе, одну надо применить. Или хватит все-таки. Давайте попробуем. Я не помню, поскольку они прибавляют. 400. Не, не хватит на 2 уровня. Даже так не хватит. Печально. Ну, выносливость. Хорошо, будем качаться еще. То ли у нас сейчас дверь вот тут откроется, то ли там дальше около тельца. Сейчас вспомним. Иди сюда. А то сейчас с спины забежишь, будет неинтересно.
Ну, давай. Свидание. Да, не беспокойся, это все хорошо будет. Лезут и лезут, да? Так, ладно. По-моему, вот эта дверь. Нет, отнюдь. Ну да, то и в принципе тоже недалеко бежать, так что ничего страшного. А сильный меч стал, да? Очень медленный, но сильный. Это в плюс. Хорошо. Лучника наверху. А нет, давайте убьем, а то в спину полетят сейчас гадости всякие. Хорошо. Блин, я сильно прокачался, всего-то прошло. Ну как быстро. Свидание. Свидание. И до свидания. Может, с рыцарем попробовать пободаться? Я не думаю, что я на этом уровне смогу с ним что-то сделать. Но попробовать-то можно, верно? Сейчас нам нужно будет отступить куда-то вон туда, и там уже как-то... Хотя, блин, кого я обманываю? Он сейчас меня разберет просто. Тем более, стрел мы не купили. Ну, тем более, сейчас он нас убьет, и пойдем стрелку. А, в принципе, неплохо жизнь на нее тратится. Так, иди за мной, родной. Ты передумал, что ли? А нет, смотри, пошел. Буду тут с ним бодаться. Самое милое дело. Бэкстейбы на нем прекрасно работают, так что дерзайте, товарищи. Он, конечно, практически всегда попадает. О, как плохо. Так, а сами пока лечимся. Давай, иди сюда. Нет, я против. Как видите, в принципе, ничего страшного. Так, а как здесь жесты делать? Я не помню. Вот так, короче. Это в этом, в Demon's Souls, надо кнопку X зажимать. Хорошо, пойдемте возьмем кольцо, которое там лежит. Я не помню, что там за кольцо. Блин, ну это прохождение будет гораздо короче, чем предыдущее, потому что видите сами. Так, ладно. Кольцо с синим камнем. Что оно дает? Тихо-тихо. Ты откуда взялся? Откуда он? Я его не помню. Усиливает защиту, когда мало здоровья. Ну, пригодится, чё. Чё уж. Ох, хорошо. Блин, и всё-таки я забыл. Я забыл купить себе болтов. Это печально, по-моему. Кто это у нас там ходит, дверями хлопает? Эта дверь, конечно же, не откроется. Это я просто так от балды. Думаю, мало ли. Может, баг какой-нибудь или еще что. Так, ну и, собственно, выходим. Остается только та дверь. Наверху лучники. Но я не буду к ним подниматься, время тратить. Дракош сидит. А дракош не сидит. Могу успеть? Нет, летит уже. Да, там. Не знаю, что с этим драконом делать. Неохота бонфайр около него открыть, но смысла особого нету. Поэтому ну и нафиг, болото.
как-нибудь потом. Да потом. Так, хорошо. Длинный-длинный спуск вниз. Прям как в Snake Eater. И вот мы попадаем на территорию не самых приятных врагов. Так, сначала поднимаем сюда. Это первым делом. Тут не упадите, если будете играть. И открываем вот эту дверь. Все, теперь у нас есть срез. И, кстати говоря, раз он у нас есть, то пойдемте купим болтов уже. Как раз у нас 3500 где-то. Сейчас там два лучника, конечно. Они меня и на более серьезных уровнях разбирали. Так, вот ты только со спины это давай. Под руку не лезь. С ними нужно быть поосторожней. Ну, откройтесь. Да. Просрал в итоге. Ну да ладно. До свидания. Эти ящики мешаются постоянно. Так, ну что, вылазь. А то тоже будешь мешаться мне. Шо? Так, что дальше? Ow, still can go ahead. Never hurts to splurge when... Хикает он мне. Так, порошок для починки. Это мне не нужно. Вот это купить нужно обязательно. Ремонтный ящик тоже бы не помешал. Но у меня сейчас на них все деньги уйдут. А мне хочется... Копье, конечно, хорошая штука. Для меня ничего тут нет. Обычных болтов, мне они нужны чисто вытягивать врагов. И то не так много, я собираюсь мало им пользоваться. Вот так вот примерно. Хорошо. А теперь. Тут мне точно ничего не нужно. Да вроде нет. Отлично. Взяв эту штуку, теперь у любого бонфайра мы можем складывать все вещи. Сейчас мы это делать не будем, потому что по новому возродятся все враги. Хотя, в принципе, какая разница, нам тут срезать-то. Короче говоря, нормально. Так, шо? Бездонная шкатулка, и складываем в нее всякий мусор. Вот эти можно смело складывать, они все равно, то есть даже если они сложены, при усилении они будут доступны. Короткие мечи убираем. Полуторные оставляем, это тоже, конечно, убираем. Кстати, бронзовая алебарда, я ее не посмотрел. Деревянный щит, темный щит, рыцарский щит, бронзовый щит, хорошо. Пока что, в принципе, все остается. Пусть, ну, кроме вот этого, конечно. Шлем Гаргули дали. Я его, кстати, раньше не мог носить. Он тяжелый был. А сейчас нормально входит. Ладно. Так, а что у нас по алебарде? Хреновый так-то алебарда. И по силе параметры... Д, и по выносливости тоже Д, и по другим статам не особо, поэтому ну и нафиг. Так, давай. Короче, всех разобрали, кого могли. В следующей серии, я думаю, пойдем и разберем Капра-демона. Я не знаю, как он тут называется в этой версии. Конечно, шлем такой зачетный. Но эта серия, как видели, была достаточно результативной. То есть мы убили гаргулей. Причем просто казнили их обеих
Да, открыли проход в новую локацию. В принципе, в следующий продвинемся туда, там будет достаточно сложно, насколько я помню, потому что враги очень быстрые, а мы очень медленные. Но, тем не менее, что-то получается. Надеюсь, вам понравилось. Увидимся в следующей серии. Всего хорошего. Пока-пока-пока.